25 октября. Этот день в истории. Сегодня отмечался День Республики Казахстан. Он был включен в перечень государственных праздников лишь в 2001 году, несмотря на то, что он ежегодно отмечался с 1992 года. Этот день успели отпраздновать 17 раз, пока в апреле 2009 года его не отменили принятием нового закона о праздниках. В 1653 году в царствовании Алексея Михайловича был издан таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. Теперь эта дата в России отмечается как День таможенника с 1995 года. 301 год назад Исаак Ньютон известил фельдмаршала Александра Даниловича Меньшикова о том, что того избрали членом Королевского общества Англии как верного помощника Петра I не только в правлении делами военными и гражданскими, но прежде всего также и в распространении хороших книг и наук. В 1825 году в США был открыт канал Эри, связавший Великие озера через реку Гудзон с Нью-Йорком. В 1920 году в четырех канадских провинциях был принят сухой закон. 86 лет назад произошел биржевой крах 1929 года. Это ознаменовало начало всемирного экономического кризиса, продолжавшегося 4 года. Стоимость акций упала на 90%, массовое разорение мелких вкладчиков США сразу же сказалось на торговле и промышленности. Мы знаем эти дни как годы Великой депрессии. 80 лет назад в Германии была запрещена передача джазовой музыки по радио, если в составе ансамбля есть евреи или чернокожие американцы, признанные по Нюрнбергским законам неполноценными народами. В 1942 году английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах, видимо, чтобы жизнь не казалась сахаром, ну или просто чтобы дети не толстели. 60 лет назад американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь. В 1990 году в эфир вышел первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес». 14 лет назад была выпущена операционная система Microsoft Windows XP, являющаяся одной из самых популярных ОП в истории Windows. День рождения в этот день отмечал великий художник и основоположник кубизма Пабло Пикассо, отмечает день рождения Гадя Петрович Михаил Галустян, известный юморист и шоумен. И помните, с нами вы всегда будете знать, что произошло в каждый из 365 дней в году.